Всем привет! Сегодня делаем видео в рубрику по фитнес-питанию. И Женя покажет, как он делает десерт. Десерт, который, своего рода, это такой молочный, желейный десерт, который не вызывает, не дает дополнительных калорий, но он вкусный, полезный, питательный. Значит, что нам для этого нужно? Желатин быстрорастворимый, пищевой, 25 грамм и 15 грамм. А почему разные пакеты? Два замеса. Угу. Кисломолочный нежирный творог, крупнозернистый. Угу. Йогурт нежирный 1,5%. Молоко нежирное 1,5%. Арахис жареный. Малина мороженая. Замороженная малина. Ну, немного. Или любая другая ягода, какая у вас и есть лето. Коктейль белковый, у кого есть, какой. То есть у нас вот такой представленный фабрилик, шоколад. Стакан кипятка. Так, семена кунжута, поближе покажу. Берем желатин, 25 грамм пакетик, неполный стакан кипятка. Желатин размешиваем, сыпем чуть-чуть. По много желательно не сыпать, потому что он возьмется комками, по чуть-чуть. Берем емкость, это у нас от блендера, высыпаем творог, йогурт. Туда же орехи. Высыпаем орехи. Орехи жареные, напомню. Жарит он сам, покупает сырые и жарит в духовке. Ну, просто как подсушивает их, они жарятся. Главное не пропустить. Кунжута для вкуса. Кунжут это не только для вкуса, но еще это источник цинка, между прочим. Ирина Попова говорила, трихолог. И для волос очень полезно. Помешиваем наш желатин. Желатин. Так, забьем сначала орехи. И перемешаем творог. И добавляем желатин. А ну-ка покажи, какой должен быть консистенция. Мы приготовили стаканчики, куда разливать. Разливаем по стаканам. Чуть больше половины. На вторую половину оставляем место для второго замеса, второго слоя. Теперь ставим в холодильник на 1–1.5 часа. Должно загустеть? Да. Это уже из холодильника. Вот оно достаточно хорошо застыло уже. Наливаем неполный стакан кипятка и второй пакетик желатина 15 грамм. Для второго слоя. Молоко, 1,5% жирности, нежирное молоко, грамм 200-300 на глаз. Добавляем коктейль белковый. Какой у вас есть? У нас шоколадный. Две ложки можно. Добавляем мороженую малину. Еще раз перемешиваем, чтобы хорошо растворилось. Так, можно чуть-чуть молока еще добавить. До какого объема тоже? Ну, так будет достаточно. Чуть меньше, чем мы делали первый замес, потому что мы стаканы добавили 2/3, ну, это вот на треть. Кстати, застыло уже практически. Видите, не льется. Перемешиваем наш слой. Можно мешать второй слой подольше, чем первый, потому что нам нужно, чтобы растворился коктейль. Что там? Разливаем формы.
До верха. Второй слой. Покажи, что получилось. Нет, в слое. Этот десерт я рекомендую употреблять вечером, за 2 часа до сна. И также между завтраком и обедом, часов 11, перекус, можно так сказать. Thank you.